Но знакомы с Ливаном, я пришел его поздравить от всего сердца и пожелать ему долгих лет жизни, процветания и хорошего настроения всегда. Почему? Классный, классный лук. На улице жара, Москва, лето, все здорово. Мне кажется, Прохор выглядит просто потрясающе. Ну, потрясающе или нет, но во всяком случае я нарядился, вот как в поле пойти. Надоело постоянно быть в костюмах, в строгих этих нарядах. От них устаешь. Еще вся осень, зима впереди, поэтому... Давайте устроим здесь, в Москве, нашу местную Турцию.